Наша ремонтная дверь. Сейчас я не снял видео, как она, как говорится, снимается. Ну, сейчас постараемся потихоньку. Вот они на петельке одеваются. Это подправим. Так, это снизу, да, по-моему, да? Один снизу, один сверху. Так, сверху был. Вот. Вот так. Тут лишь запчасти у нас, которых на машине много. Зачем столько хлама, да? Так, а куда вот? Так, ну тут вы этот закручиваете, а потом этот закрутите. И вот этот, да, ограничитель. Надо было на 17 сюда поставить. Потом. Ограничитель. Так. Все болтушочки на 13. И вот эти закроются. И ограничитель дверей. Пошел. Ну, с другой стороны, как бы неплохо. Вот он пошел, его видно уже. Да. Вот он как крутится. Ну вот, первым делом, значит, мы прикручиваем дверку. Мы прикручиваем ограничитель двери. И потом будет. Дальше продолжим. Так, вот что получается. Проводку, значит, дверь у нас, да, проводку и проселёт. Вот, болтушочек. Это так, это так. Ограничитель двери еще раз решен на 13. Так, теперь вот аншлейф. Его надо заводить туда и распределять. Это двух. И третий момент. Надо будет поставить стёклышко. Вот, в принципе, наверное, мы стёклышко сейчас и поставим. Стёжка, потом резинки. Ну, можно и так, в принципе. Это не принципиально. Пришлось вот ребятам снимать вместе с замком, потому там хитрый разъем. Можно было не и снимать. И не смогли. Кстати. Можно было не снимать. Сразу, да? Отключить. Ну вот. И как вот тут правильно было отмечено, отхерачили. Но это уже отдельный разговор. Потому что вот такая вот балда, вот такая балда, вот через такую дырочку не проходит, не вылазит. Или мы не умеем их это самое вытаскивать. Снимать, вытаскивать. Ну, тут по-хорошему. Разъемы, они вот разбираться должны. Вот. Ну, честно говоря, нахрена так делать? Да, ну, да. Так же сам, наверное, да, ну, так же они разбираются, шило. Но просто его можно разобрать, потом он не будет работать. Да. Вот, ну, поэтому вот не мудрствовать. Все, поехали. Завели проводку, посоединяли тут, поскрутили. Вот. На кембрике, да, замочек поставили. Скорее всего, это где-нибудь здесь должно быть. Теперь вот эту вот хрень ставить, которая ручка, открывалка, закрывалка двери. Вот, и в принципе можно будет ставить стеклышко. Ничего же нет. А, еще музыку надо ставить. Вот, да, музыка у нас должна быть. Музыка и стеклоподъемка. Да. Ну, так что. Вот. Вот она, музыка теперь стала у нас. Вот на место. Сейчас мы все проверим, чтобы все замыкалось, отмыкалось. Вот, чтобы все у нас работало. Ну вот мы решили проверить, что там. Первое, включим музыку. Будет шипеть? Не будет. Играет. Так. А почему не нравится? А вот так. А так открывает. А так не открывается. Хорошо. Работает музыка. Так. Теперь. Еще раз. Все работает. Значит, можно ставить дальше. И теперь вставьте этот самый ключик. Мы сейчас подрынькаем здесь. Этим. Ага. Будет, не будет.
работает. Вот, стеклоподъемник прыгает у нас. Все. Значит, можно садить дальше. Так, ну вот, ставим резиночки, не забываем, чтобы вот эти вот поправлять, чтобы все становилось вот так. На место. Вот, и перед ним ставим, и вот тут закручиваем. Пластиковый блок. Вот, пластиковый блочек такой. И ставим все назад на место. Опять же, повторю, тут вот они кромочки. И с обоих сторон, и снаружи, и снаружи. Вот эти вот обечаечки все должны быть по месту. Вот так потихонечку они ставятся на свое место. Вот, скорее всего, чуть-чуть надо приподнять вверх. Сюда вот. Потому что тут будет прорезь какая-то. Вот она, смотри. Чуть-чуть еще вверх надо подтянуть. Резинка просто слишком низко. Вот, секундочку, можно? Две обечаечки. Вот зацепики там внутри. Вот. И она вот ставится, она вот так. Дрынь, и она там. Вот так. Вот. Там что-то рубли штук или что-то 10 рублей штук. Это вот так стоит. Дрынь-дрынь. А здесь вот, как мы видим, здесь такой ходит сюда концевичок. Он обломан. И оттуда, и отсюда. Ну ничего. А, их нету уже, да? Ну, это фиксатор поломгота, он обломан. А так вот. Ну вот. Взяли новую машину, сломали. Ну, ёлки-палки. Да. Обидно. Так, все можно. Все. И теперь что у нас? Теперь все мы проверили, все работает у нас. Вот. Стеклышки ездят, все нормально, все хорошо. Музыка играет, центральный замок закрывает, открывает. В общем, все, что надо. Теперь ставим обшивку двери и вперед в бой. Так что вот так вот долго и нудно. Но тем не менее, все это сделалось. Ну вот, все стоит на своих местах. Опять здесь клипсы, здесь в одном месте вот ручка вот так снимается, здесь отщелкивается, ну, собственно, показывать больше нечего. Ручка этого ставится, одевается и закручивается вот эта края. Все, все заправили, все стоит, все стоит. Ура! Ну, вот такая не битая, не ломаная, не крашеная, ни разу. Ни разу. Вот он, счастливый хозяин. Вот. Потом, если захочет, можно попробовать вот эту вот красоту. Вот это потать. Тут тоже заломчики есть. Похоже, как что-то и вроде и нацарапало, и след оставило. Покрышка, не покрышка. Хер его знает, что это. Что это такое? Ну, ладно. Факт тот, что вот, что было и что стало.